Сегодня более чем в 500 общеобразовательных учреждениях республики состоялись торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка. Для большинства школьников это просто старт летних каникул, а для выпускников 24 мая 2019 года навсегда запомнится как день прощания со школой. Первый учитель, первый урок, первые неудачи и победы. Так 11 лет назад начиналась их школьная жизнь. Кажется, что это было только вчера, и вот уже последний звонок. Школьные годы – время, когда стремительно взрослеющие дети познают окружающий мир, дружбу, любовь. И однажды со всем этим ценным багажом им приходится покидать родные стены, вступая во взрослую жизнь. Всей души хочу вам пожелать, чтобы у вас в жизни все сложилось хорошо, чтобы вы достигли всех намеченных целей, которые для себя наметили. Мне хотелось бы, чтобы вас не пугали те трудности, которые предстоят у каждого в жизни. Не бывает такой светлой, безоблачной дороги. Но я желаю вам справиться со всеми трудностями и достичь самых-самых высот и в труде, и в учебе, и вообще в жизни. У 350 выпускников школ Большого Харциска впереди нелегкое испытание – государственная итоговая аттестация. Поэтому выступающие на линейке взрослые непременно желали ребятам удачи в предстоящей сдаче экзаменов, в том числе и вступительных. Некоторые юноши и девушки с выбором вуза уже определились, другие еще думают. Слишком уж ответственное решение предстоит им принять. Скоро у вас начнется совсем новая жизнь. Совсем другая. У вас будут новые дороги, новые цели и новые вершины. И я хочу вам пожелать, когда вы будете двигаться к этим вершинам, никогда не забывайте о тех, кто вложил частичку своего сердца и своей души в то, чтобы у вас все получалось. Всегда помните об учителях, о родителях, о близких, о друзьях. Это те люди, которые в вашей судьбе играют огромную роль. Я желаю вам держать свою судьбу в руках. Какие бы преграды на пути у вас не встречались, идите смело. Через некоторое время после сдачи государственной итоговой аттестации они выходят в большую жизнь. Придется сталкиваться, ребята, со многими проблемами, вопросами, которые приходится решать. Я желаю вам, прежде всего, сдать успешно государственную итоговую аттестацию, поступить в тот вуз, в который вы хотите поступить, чтобы ваша цель в жизни исполнилась, чтобы вы ее достигли с достоинством. Грамоты от Министерства образования и науки ДНР, Харцисского управления образования за призовые места в республиканских и муниципальных олимпиадах, напутственные слова от родителей и педагогов, концертные номера, и вот уже выпускники танцуют свой традиционный финальный танец. На смену этим выпускникам уже совсем скоро придут новые. И так год за годом. Кому-то хочется воскликнуть «Остановись мгновение», но нет. Последний школьный звонок уже зовет их за собой. В полное тревог и светлых надежд будущее.